универсальное автокресло для детей до 12 лет с различными вариантами установки, съемным чехлом и поворотом на 360 градусов. Сегодня познакомимся с автомобильным детским креслом Happy Baby Unix. В комплекте с ним прилагается анатомическая подушка и мягкие накладки на внутренние ремни. Каркас автокресла сделан из прочного пластика и предусматривает мягкие выступы для защиты от боковых ударов. Его габариты по ширине, высоте и глубине составляют 48 на 46 и на 67 сантиметров. Вес кресла 9 килограмм, а вес детей, которых выдерживает каркас, не должен превышать 36 килограмм. Для крепления кресла к автомобильному сиденью в нижней части предусмотрены металлические направляющие с замочками, а на спинке есть якорный регулируемый ремень большой длины. Если изофикс не установлен в машине, пристегнуть кресло можно обычным ремнем безопасности через специальные фиксаторы. Находятся они в верхней части спинки кресла. В самом автокресле ребенок пристегивается пятиточечными ремнями. Их натяжение регулируется ремешком спереди. Ребенка от 1 метра ростом можно пристегнуть уже взрослым ремнем, продев его в направляющее отверстие на уровне подголовника. Пятиточечные ремни в этом случае можно убрать. А чтобы ребенку любого роста и веса было удобно сидеть, в кресле предусмотрена регулировка высоты подголовника и 4 варианта откидывания кресла. Обратите внимание, что чехол автокресла выполнен из мягкой перфорированной ткани. Он съемный, поэтому его легко можно постирать. То же касается и ремней безопасности. Happy Baby Unix – универсальное решение для тех, кто не хочет тратиться на сменные кресла по мере роста ребенка. Его легко установить и отрегулировать, а еще за ним просто ухаживать.